получил передачу, резко притормозил, потому что поддержки нет. О, атаки! И точно отдал Мазякину. Какая сейчас красивая была атака со стороны магнитогорцев, и она завершается голом. Кулемин 1-0. Великолепный пас Эллисона. Просто блестящий. Зовущая подкидка. Он нашел Мазякина. Ну а дальше Мазякин нашел Кулемина. Поэтому спокойно не всегда получится. Эллисон выиграл вбрасывание. Кстати, не в первый раз уже в зоне Спартаком выигрывает вбрасывание. И еще, ко всему прочему, бросает. И еще одна шайба залетает в ворота Спартака. Вот что значит выиграть точку. Антипин набрасывает. Вообще момент у Эллисона был. И вот дальше Кулемин шайбы коснется. Да. И... по-моему, от Зубова. В общем и целом, Магнитка сделала свой минимум. Магнитка поехала на ворота. Кулемин разогнался по правому краю. Передача на Эллисона. И Мазякин сделал передачу на Кулемина. 3-1 в пользу гостей. Мазякин сделал невероятную передачу на хет-трик. Ну и полетели уже шапки на лед. Ну, это, конечно, очень красиво было. Вот просто идеально. Как можно было разыграть? Магнитка нам это показала только что. И Эллисон скидку сделал в центр. И Мазякин. Причем Мазякин мог бросать сам вот в этой ситуации. Я единственное, что скажу в оправдании хозяев. Если вы обратите внимание, получилось так, что вышло первое звено Магнитки на четвертое звено Спартака. А я скажу так, когда первое звено у Магнитки на площадке, то игра проходит в зоне красно-белых.